Всем здорово, пацаны, мы на сайте Case Battle попробуем окупить за суммы 46 рублей. Давайте начнем. Идем, как обычно, в Silver Elite. Посмотрим, выдаст она или нет, потому что в прошлый раз я забрал М-ку за 500, а до этого еще 250 за 315. Ну, первый кейс уводит нас плюс-минус в ноль, но все же окупает. Во второй кейс уже сливает, а третий... Третий давай окупи. Третий окупает, хорошо. Эти все, блядь, скины продаем. Надо что-то забирать для себя и что-то вам на розыгрыш, потому что я обещал. Ну, попробуем. Вообще еще не забрать. Так, падает нам горелка Бунзена. Хорошо, еще раз. Еще раз, хорошо. Окуп. Ну, я думаю, скинчик за рублей 30 можно будет забрать вам на розыгрыш. Потом разыграть. Да, вот так вот. Так что P250 пока что это оставим. Сейчас чекнем, насколько мы выбили. 78. Пойдет. Ну, давайте тогда 2 рубля ставим на 20. Глядишь, зайдет хоть раз 10%. Ой, на 28 нечаянно. Ну, в принципе, ладно. 7% тоже может зайти. Но 10% бы и так не докатилось. Так что вот. Это давайте на 98 или 99. Ну, вот 99. Пробуем. Пускай пробуем. Заходишь, что ли? Зашел, хорошо. Это я уже как раз себе заберу, еще вам есть пушка на розыгрыш. 17 рублей давайте ставим на 170. Может зайти 10% еще раз. Маловероятно, конечно, но может. Вот, колымага. Стой. Да ну ты так, блин, медленно катился, мне уже показалось то, что ты зайдешь. Окей, крутим еще раз. Нет, думаю, P250 надо продавать. Хотя не, давайте его сделаем в 52 рубля. Потом уже продадим. Чтобы хватило на несколько кейсов. Так вот ставим. Пробуем выбить сувенирный ново. Так, вот добавляем балику. По максималке нет, не можем по максималке. Тогда давайте так вот. Поехали. Да ну не захочешь, что ли? Да ты серьезно. Давайте тогда это ставим на 140. Потом продадим. Откроем еще кейсы. Вот изумрудные завитки. 72%. Пробуем. Хорошо, заходит. Продаем. Идем опять же в Silver Elite. Пробуем окупиться. Настроения вообще чего-то нету. Ага, полная ставка, хорошо. Давай, вот каждый кейс окупишь, вообще будет идеально. Конечно, многого я хочу. Но, блин, я думал, он окупает, он меньше 20-ку стоит. Отдай что-то подписчикам на розыгрыш. А либо 5-7 тот, либо... Нет, другой 5-7, городская маскировка. Да ты заебал. Давай сверхновую или кимоно цветометры. Да не то, ебать, Case Battle. Неужели ты меня не понимаешь? Вот, городской щебень можно разыграть, пацаны. Городской щебень идет на розыгрыш. Почему бы, в принципе, и нет?
Ну да. Насколько мы выбили? Потратив 140 рублей. На 138. Хорошо. Неплохо. 20 тогда на 10%. 2 точнее. Погнали. Вот леденец. Только не говори, что ты зайдешь. Ну вот зачем сейчас-то, а? Мог в другой раз зайти. Сейчас, скорее всего, он уже не зайдет. Давай еще раз леденец попробуем. Ну да, зато на 28% мы не хотим заходить. Я тебя понял. Значит, тогда эти два скина на 70. А эти три скина на 70. Разницы особенно не будет никакой. Сувенирный. Давайте его. Нет, ну сейчас маловероятно, что он зайдет, потому что уже один раз он зашел. И зря он зашел. Ну, это кейс батл, в принципе, чё я удивляюсь. Ну, блять, вот еще раз бы мог зайти, вот было бы офигенно. Но не хочет. Да зайди, пожалуйста, а. Хорош, хорош. Плюс скин. Это давайте тогда на 110 ставим два скина. Там уже будем отталкиваться, что выводить на розыгрыш, что вообще забирать и так далее. Не знаю, что тут выбрать. Давайте, наверное, Жернов выберем. Хороший скин. Может зайти, но не может зайти, да. Значит, 12 пробуем. Тоже не заходит. 14. Ну, тоже не заходит. А жаль. Давайте это тогда на 200 запихнем. Вдруг. Два скина я уже точно буду выводить, вы знаете какие. Так, ну, давайте глок пробуем сделать. Выбирать особенно не надо, потому что он и так не зайдет. Ты, еб твою мать, что ты так медленно, блядь, катишься? Ты меня пугаешь постоянно. Давайте полную остановку еще. Будем, наверное, выводить. Да. Жаль. Может, еще дашь шанс какой-нибудь хороший? Давай вот тебя на 140 попробуем запихерить. Вот так вот. Давай опять изумрудные завитки. 51% шанс. Ой, зайди, братишка, пожалуйста. Заходишь. Хорошо. Давайте 140 еще поставим на что-нибудь. Давайте 200 посмотрим, чтобы я вывел. Потому что говно тоже не хочется выводить, которое мне не нравится. Так, грузись. Очень интересный выбор. Да господи. Я серьезно не знаю, что выбрать. Скорее всего, этот апгрейд не зайдет. Я выбираю просто так. Ну, давайте попытаем удачу и попробуем сделать синюю трещину глок. Добавим еще тут балика, сколько есть. Вот так вот. 59% шанс, может залететь, может не залететь. Залетает, хорошо. Давайте попробуем этот скин еще подподнять немножко.
Хотя нет, давайте заберем. Всем спасибо за просмотр и всем пока.